Сегодня делегация Чувашской республики выезжает в Самарскую область для участия во втором молодежном форуме «Иволга». Он пройдет с 18 по 28 июня в формате палаточного лагеря. «Иволга» проходит под патронажем полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. В составе нашей делегации 90 человек. Наша съемочная группа встретилась с одной из участниц из Чувашии, которая представляет на Иволге свой проект. Придомовые территории у новых жилых построек радуют красочными детскими площадками. К сожалению, не каждый двор может похвастаться такой. А ведь именно там, гуляя на улице, дети проводят большую часть времени. Мне нравится мой двор, но я бы хотел горку получше и побольше качелей. Проблемой обустройства детских площадок озаботились и молодые умы. Вероника Третьякова готовила проект по благоустройству городской среды на научную конференцию «Юность Большой Волги». К сроку не успела, но дело не оставила. Доработала и отправила заявку на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга». У нас вообще такая и в стране проблема, как дети сидят за компьютерами, смотрят те же самые мультики. Я, взяв этот мультик «Гадкий я», всеми знаменитый, я объединяю детскую площадку и этот мультфильм. И как бы даю возможность детям все это совмещать. И игру на свежем воздухе, и в то же время не расставаться со своими любимыми героями мультфильма. Нынешним конструкциям не хватает единого дизайнерского решения, считает Вероника, студентка художественно-графического направления ЧГПУ. В своем проекте она стилизовала под известный мультик не только горки и турники, но и урны со скамейками. Предусмотрено даже резиновое противоударное покрытие. Все соответствует ГОСТу. Я еду на Иволгу, чтобы получить грант и реализовать свой проект в Чебоксарах, познакомиться с новыми людьми и набраться новых идей и создать целую новую серию социальных проектов. Проект детской площадки корпорации МО включал в себя не только разработку конструкции, но и социологическое исследование. Более 1000 человек проголосовало за установку такой площадки в городе. Так что Веронике придется приложить еще немного усилий, чтобы выиграть грант на форуме «Иволга» на такой социально значимый проект. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.